В эти и без того оживленные дни фойе Центра молодежного творчества становится репетиционной площадкой для многих артистов. За несколько минут до выхода на сцену руководитель коллектива из украинского Луцка дает последние рекомендации и наставления юным танцовщицам. Считанное мгновение и ансамбль на сцене. Своим особым настроением и шармом коллектив сразу же покоряет сердца публики и членов жюри. Виртуозно исполненные классические па и батманы, великолепно отточенные позиции и по-настоящему горящие глаза. Все это большое танцевальное искусство. Эмоции переполняют. Когда выходишь на сцену, это что-то невероятное. Ты забываешь обо всем, что там было раньше, там болело у тебя что-то. Ты просто выходишь и полностью отдаешься танцу, музыке, зрителям. Это просто невероятные ощущения, которые... нельзя передать словами, это нужно просто самому почувствовать. Более 500 участников в эти дни с таким же трепетом и замиранием сердца ожидают свой выход за кулисами. Международный фестиваль «Мы вместе» объединил на одной сцене талантливую молодежь из 4 государств – Беларуси, России, Польши, Украины. Искусство стало для них своеобразным мостом дружбы, не знающим границ и языков. Мы даем возможность детям пообщаться, даем возможность им подружиться потом. И у нас есть коллективы, которые приезжают там на фестиваль 11 лет подряд. Это Екатеринбург, вот из России 11 лет подряд. У них уже такая география вот, ну, дружбы детей, что прямо удивительно. Второй конкурсный день был посвящен танцевальному искусству. Ему предшествовали выступления вокалистов и инструментальных исполнителей. В целом форум можно назвать полифоничной культурной площадкой, объединяющей на одной сцене разные виды искусства, разные направления и одинаково талантливых, креативных, одаренных детей. Эта обстановка нам хорошо знакома, потому что мы на этом фестивале 11 раз. Вот, мы были первые и продолжаем сюда ездить. Нам очень нравится. Нравится организация, нравится, как все здесь проходит, нравится, как работает жюри. «Мы вместе». Символичность этого названия подкрепляется главной целью фестиваля – показать удивительно искреннее детское творчество зрителю. Здесь нет проигравших. Каждый вышедший на сцену уже победитель. Самые искрометные и зажигательные номера фестиваля пополнили программу гала-концерта, который поставил красивую точку в этой небольшой, но очень яркой творческой истории. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания «Буктова».